Приветствую всех! Сегодня наша задача снять фильм про то, сколько же весит наш проект стального гидравлического экскаватора. Только вот взвешивать его в таком состоянии просто так совсем не интересно. Он тут у нас лежит с тех пор, как он у нас копал. Соберем экскаватор в походное положение, чтобы его взвесить. Установить на него, конечно же, надо все, что сейчас у нас сделано. Взвешивать экскаватор надо вроде бы как по чертежу именно вот в таком положении. Вот транспортировочный крепеж один для троса. Вот он у нас второй. Вот третий. Ну и вот четвертый. Надо изготовить тросы. Данных о общей длине троса нет. Их надо две штуки. А здесь будет крючок. И будем поднимать. Есть у нас вот такой шикарный трос. Диаметр 2 миллиметра идеально подойдет. Трос в петлю будем фиксировать трубочкой. Продеваем его. У нас чуть-чуть не лезет. Плоскогубцами зажмем немножко. И просто прекрасно. Вот она у нас такая петля получается. Этого, конечно же, недостаточно. Надо сделать поперек вот две такие насечки. Где большое зубило? Зажмем вот так вот. Опа, два раза. И опа. Три петли сделал. На четвертую надо сделать специальную установку, потому что самое главное сейчас сделать два абсолютно одинаковых по длине. Берем большую доску на этот край экрана. Один гвоздь. Берем два наших конца. Одеваем. И на этот край экрана заколотим. Растянув наш нижний трос. Теперь мы уверены, что два наших троса абсолютно одинаковые. Так, ну и гвоздики можно выдирать теперь. Всё. Получилось довольно-таки копийно. Крепим стропы по местам. Абсолютно одинаковые тросы. Баланс поймается. Теперь нам надо на потолке сделать кронштейн. Кронштейн готов. Теперь надо сделать какой-нибудь шкив. У нас есть вот такие шикарные блоки альпинистки. Я их делал когда-то. Года 4 назад, для того, чтобы подвешиваться и тренировать кайтовые трюки. И используем их. Думаю, выдержит вес нашего экскаватора. Такие вот весы электронные до 45 килограмм. Будем хватать вот так. Из хорошей стали сделал вот такой крючок короткий. Теперь у нас расстояние, чтобы поднимать наш экскаватор, есть. Для измерения веса нашего экскаватора практически все готово. Стропы, весы, крепеж, ленточка с бантиком. Остается только вопрос, чем его поднимать. Я думаю, мы сейчас будем испытывать наши лебедки.
наших автомобилей. Где у нас там? Лебедку нашего трактора испытаем. Сможет ли он его поднять? Лебедку нашей Нивы испытаем. Пришлось немножко передвинуть наш крепеж. Экскаватор левее на столе, чтобы поместился наш прототип Нивы урезанной. Именно его лебедкой мы будем взвешивать наш экскаватор. Так, Нивандра у нас готова. Рвет и мечет. Берем его лебедку. Тут у него системы всякие. Думаю, для начала будем использовать вот этот блок. Вот такой вот блок. Напоминаю, его можно приобрести, заказать. Шикарный алюминиевый в металле блочок. Раз, и готово. Крюк крепим за шаком. Автомобиль у нас готов тягать тяжелые веса. Теперь надо подвесить, собственно, сами наши весы и экскаватор. Для этого в кузове нашей тачки есть такая вот шикарная веревочка с двумя крючочками. Как раз проверим их на надежность. Размотали. Отпустили в зацеп. Зацеп происходит там автоматически. Вроде бы ништяк, все получилось. Машина готова. Фары включены. Трос лебедки. Блок с двумя крючками с фиксацией. Идет у нас трос веревочный, шкив. Опускается. Весы. Трубы подвеса экскаватора. Сам экскаватор. Включаем лебедку. Экскаватор поднимается. Смотрим цифры. Узнаем вес. Все готово. Подтягиваем лебедку. Так, крепим. Крепим наши стропы. Так, тут стропольчик должен все это держать. Так, включаем. Газуем. Так, что-то не то у нас происходит. Наш прототип Нивы хочет поиметь наш экскаватор. Что за фигня? Судя по звукам, очень хочет. Аж плуг выкинул. Так, ну-ка перестань. Нельзя нам такое делать. Я так понимаю, этого шалуна, который хочет поиметь наш экскаватор, надо привязать к тискам. Для его привязки у нас есть еще тут шмурдики, куча тросов. Шалуна мы привязали. Теперь он не сможет залезть на наш экскаватор. Ух ты какой! Кайф! Весы не посмотрел. Нет, он все-таки хочет залезть на экскаватор. Включаем весы и делаем это движение еще раз. Сколько там? Да блин. Не в ту сторону повернулся. Тут стропольщики нужны. Количество 4 человек. Почему он туда поворачивается? Сволочь такая. Чтобы он туда не поворачивался, нам надо поставить вот так вот. Сколько там? Двадцать
27,8 килограмм показала. Интересно, а лебедка Нивы без блока сможет поднять экскаватор? С половиной нагрузки на блоке может? Размотка пошла. Нива, его трос, шкив прямой привод и вот его крючок. Так, зацепление произошло. Прямой привод. Посмотрим, поднимет ли наш экскаватор. Погнал. Поднял. Раму можно так порвать. Молодец. Что не дымит? Кажется, с лебедкой все в порядке. Очень мощный привод. Очень мощная лебедка. Попробуем вытянуть лебедкой трактора. На тракторе у нас более слабая лебедка. А хотя хрен его знает, я же его не испытывал. Берем абсолютно переделанный пульт от нашего трактора, шестиканальный. Заводим трактор. Знаю, что сейчас будет. Здесь у нас простая нитка, и у нас нитка порвется. На прототипе трактора у нас стоит лебедка с приводом от трансмиссии последнего поколения со свободной размоткой. И вмещает он в себя 10 и еще немножко троса. Около 10-15 метров. Пока. Пока. Попробуем его замотать, что ли. Для этого нам надо включить нейтральную передачу. Ну и включить привод. Собственно, зацепление нашей лебедки. Берем вот так. И толкаем. Такая же картина. Экскаватор зацеплен. Лебедочка. Ой. Все, зацепление. Поднимаем экскаватор трактором. Силен, сейчас порвется. Класс. Странно, что трактор не хочет поиметь экскаватор. А, мы его сразу привязали. Лопнул трос. Теперь мы к тискам советским привязали 2Х. Потянет лебедка. Да. Вот такая вот лебедка у нас. Шикарные лебедки. Здесь мощнее лебедка. Ладно, давай-ка опускаем. Очень крутая тачка получается. Думаю, надо прекратить эти издевательства над модельной техникой нашей мастерской. А то мы сейчас точно что-нибудь сломаем. Ничего не понимаю, что за дебильные китайские весы. Килограммы, ноль, блин. Все, блин. Офигеть! 13,86 показывает. Это что получается? Вес экскаватора 13,86? Откуда тогда взялись цифры 20 с чем-то? Что-то он такое запомнил, что ли? А еще раз. 13,86, ладно. Уговорили!
Да, ну... Вот. Гантели на 8 килограмм. И хотите сказать, вот это вот... Вот это вот 13 килограмм? Да вы издеваетесь. Вот 16 килограмм. Экскаватор тяжелее. Не думал, что взвесить экскаватор будет такой проблемой. Да, на 5 килограммах почти точно показывает. Ладно, еще раз. Ноль. Обнулился, сволочь. Давай. Тринадцать восемьдесят шесть. Что, поверим, что ли, этим весам? Получается, экскаватор у нас весит 13,86, никакие там 28 с чем-то килограмм. Вроде бы как правдоподобно, но пока взвесить другими весами не могу. Съезжу к металлоломщику знакомому. У него весы стопудово показывают меньше. Хотя, когда он продает, у него весы должны показывать больше. Непонятно. Короче, для интереса потом съезжу и скажу, что как. Натягался я сегодня веса, как в качалку сходил. Подписывайтесь на канал, ставьте лампочки. Какие лампочки? Лайки, да. В следующем видео будем тягать эти весы ковшом и стрелой и будем измерять мощность в килограммах, сколько он поднимет. Да. Всем пока.